Ученик Сколково, житель Нарьянмара, проходит обучение в Московской школе управления. Подробности в следующем сюжете. Семену Афанасьеву посчастливилось стать участником бизнес-школы Сколково благодаря победе во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства» с проектом по созданию туристического пешеходного маршрута по Нарьянмару. Наш проект стал победителем, выиграл грант на его реализацию и посчастливилось еще стать обладателем сертификата вот на обучение Сколково. Обучение организовано Московской школой управления Сколково и посвящено управлению территориями с помощью гостеприимства и туризма. Такого плана обучения организовано впервые, и группа, в которой состоит наш земляк Семен Афанасьев, стала первопроходцами. 5 модулей, есть очные, есть заочные этапы. Сейчас уже 2-й этап прошел, в том числе был и заочный, и очный этап. Был установочный модуль, на котором нам дали, так сказать, цели, вводную историю по этому обучению. Теперь у нас работа в межмодуле продолжается, и буквально вот уже на следующей неделе, во вторник, начнется 2-й модуль, очный. Пройдет он в Нижнем Новгороде. В предстоящей поездке в Сколково Семена ждет программа обучения и методики развития территории с помощью туризма и гостеприимства, а также многое другое. Нас учат, так сказать, новому складу мышления, как работать с неопределенностями в горизонте планирования 15 лет, как выстраивать туризм, бизнес в туризме, чтобы он развивал еще и территорию, на которой он функционирует. Напомним, что получить возможность пройти обучение в Московской школе управления удалось благодаря участию во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства». Катерина Тайбреева, Владислав Носкин, телеканал «Север».